Она с мой этаж приехала, пошли к тебе в отцу. Так, эй. Мне сказали, тут выйдешь и сядешь где-то на другой лифт. Тан-да-ра-ра-рам. Где сейчас поют и белые полы для танцев. Я иду по восьмому этажу. Рыбки здесь. И рыбки здесь красивые, прекрасивые. Выбираешь себе, что хочешь. Это я кто-то забыл чемоданы здесь. Ну, так, выбираешь себе суши. Кто-то меня спрашивал, есть ли здесь суши. Да, но за это надо платить. Это ресторан как бы не бесплатный. Твое имя? Кристина. Кристина, тебе очень приятно. Кто? Мы его только открыли, вот он позавчера еще были без гостей, и вот первый раз уже у нас первые гости сегодняшнего дня. И вы идете в Нью-Йорк? Да, ну, в смысле, я с вами иду в Нью-Йорк. Да, в Нью-Йорк, мы в Нью-Йорке будем пару дней, у нас там будет инаугурация, вот, и уже с Нью-Йорка будем плыть в Майами, с Майами начнутся круизы. А сколько пассажиров на этом судне? В течение нашего кроссинга будет где-то около 4. Нет, а вместимость 4. Ну, как да, во всех? Вообще можно 6 тысяч. До 6, потому что она крупнее, чем предыдущие. Ну, да, конечно, оно больше идет. Ну, они обычно слишком много не делают, потому что уже тогда будет, естественно, слишком много людей. А сколько стаф, а сколько обслуживающего персонала? Вообще нас около 2 тысяч, да, может быть. Но сейчас пока на борту 1000 с чем-то, там 1300 где-то сейчас. Здорово. А я смотрю, ну, судно совершенно другое, такое модное, такое современное, такое все черно-белое. Зеркал больше, чем на тех судах. Вообще красота необыкновенная. И наверняка же и театр, я еще не была в театре, наверняка же в театре более интересные программы. Думаю, что-то новенькое они уже придумали. Да, дай Бог. Спасибо, Кристиночка, пожалуйста, большое. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста, до свидания. Да, я же вижу, что судно совершенно отличается от всех тех, на которых я была на MSC Art Gallery. Тоже какие цвета красивые. Фиолетовый, вернее, сине-фиолетовый, белый, желтый, черный, красный. Ах, как красиво! Просто мой стиль. Для меня построили, специально для меня построили эту красотень. Ай, сколько зеркал, сколько баров, сколько ресторанов. Это реально похлеще, покруче, чем все, что было до того. Боже, ну как же красиво. Плохо просматривается везде бурлящий океан. На этих экранах громадный рояль. И вот написано название моего судна «Seascape». У меня, кстати, еще будет круиз на «Seascape». Вот я тоже только не помню, куда, в какую сторону. Боже, как красиво, Господи, да как же красиво. Ну, я просто, вот, просто все это наблюдать, и уже прямо аж дух захватывает. А, какая красота, везде елочки. Жалко, что я не пью, я бы сейчас пошла, что-нибудь тоже выпила бы. Стеклянные лифты. Не могу оторваться, я не могу отсюда оторваться. Пошли спросим про интернет, потому что мне надо будет купить интернет, потому что я буду находиться в море 6 дней, пока будем пересекать Атлантику. Еще один ресторан. Хола называется, или Ола. Боже, какая красота. И сегодня было объявление, что это самое современное, самое модное судно, которое когда-либо было. Вот так вот. И я сюда попала. Я даже не знала, когда я покупала, я не знала, что это за теплоход. Я не знала, что он такой невероятный. Так. Я вышла снова на лифте. Ну что, парадный спуск. Ой, чудо просто чудное. Диво дивное. Не думала, не гадала. Я просто покупала круиз. Я же не думала, что вот я выберу самое лучшее, самое новое. Нет. Подфартило. Вот так вот мне просто Боженька дал. Спасибо тебе, Господи. Раритеты собраны здесь. Вот так вот. Так. А это ресторан, наверное, это мой ресторан тоже.
Я пойду сейчас, наверное, пообедаю. А карточка, карточка моя дома, я даже не знаю. Ух ты! Вау! Вау! Не, ну это вообще... Это просто что-то вообще невероятное. Это мои ноги так скрипят. Вау! Сейчас раз и выхожу, молодая, красивая, отсюда. Как царь нырял в молоко. Опаньки! Ай. Опаньки! Ощущение, что... А такое ощущение, что ты действительно на этом воздушном шаре плывешь. Кружится голова, кружится, кружится, кружится. Класс. Пошли еще. Как здорово, мамочка моя, какая красота. Я тут буду находиться 20 дней, и вот тут мой ресторан. Вот там отображается все в зеркале. Вверх ногами. Сиськи. Невероятное судно. Ой, какое невероятное. Какая симпатичная сумочка. Только цвет, конечно, чуть-чуть не мой, но симпатичная. Так. По всей видимости, это шопинг-центр. Отображается. Там стоит здесь. Где мой любимый? Где мой? Вот он мой. Вот он мой. Какой красивый. Вот он. Какой же он красивый. Невероятно красивый. Вау. Тут, наверное, 20 этажей. Ку-ку. Ку-ку. Музыка, прекрати вот это уже играть. Красота. Магазины закрыты, потому что магазины закрыты, пока мы стоим в порту. Как только мы выйдем из порта, магазины сразу все откроются. Особенно закрытые магазины со спиртными и напитками и сигаретами. И тут, да, этот, конечно, кораблик будет покруче. Я чувствую себя в Венеции, как будто бы я в Венеции в отеле. Там нечто подобное я видела. Ой, ладно, оставлю на завтра. Ну что, пошли далее. Да, все пока закрыто, потому что судно еще стоит в порту. Ай, как красиво все, господи. Ну, с таким умом все сделано, ну, с таким вкусом все сделано. Ни к чему бы не прицепилось. Еще один рояль. А там Нью-Йорк. Вау. Что там нас ждет наверху, музыка, конечно, мешает, а тут у нас вот такие вот подсветки. Ух ты, статуя свободы. Вау-вау-вау-вау. Кто со мной рядом идет? Смотрю. А это я сама с собой иду. Да, конечно, зеркал добавили. Боже, какая красота. Красные дорожки. Это казино. Тут, кстати, можно и покурить. Во, я как хорошо пришла. Потому что на улице... Очень плохое место для курения. Не знаю, почему они так нас не любят. Не все же люди. Ну, как бы, курильщики, мы же тоже люди. Мы сейчас разговаривали, познакомились с тремя женщинами. Они курили тоже на палубе. Там крыши нет, дождь идет. Нас заливает. Угу. Я говорю, ну мы же тоже люди. Ну что же нам, внимания нет. Никакой крыши, ничего. На прошлом судне как хорошо было. Ну что, тогда я буду курить в казино. Класс. Вон она, я тоже. Не, ну это надо такую красоту создать. Ну, а нам только наслаждаться. Нам просто ходить и кайфовать, и наслаждаться этим чудом. Так. Возвращаемся. Карты пошли, карты, карты, карты. Я сегодня... Нет, сегодня вечером не пойду играть, нет. Потому что я немножко все-таки чувствуется у меня такая не усталость, нет. Но все-таки
достаточно сложные были 2 дня с этими перелетами, переездами. Я пойду все-таки лягу, расслаблюсь, посмотрю новости по телевизору и баньки. Хотя у меня ноги горят в этих кроссовках. Прямо горят. О, приветики! Как здорово себя везде видеть. На каждом повороте видишь свое изображение. Вау! Лифт такой сверкающий. Пошел вниз. Итак, тут все посмотрели. Пошли дальше. Да, за 20 дней, конечно, я все это поснимала много раз, но сейчас первое мое впечатление, конечно, это ах. Это просто ах. Я от всех тех MSN, я всегда ахала, от Дивины, от всех. Но они, конечно, старенькие по сравнению с этим. А что у нас здесь? Stay connected at sea. Сейчас посмотрим, что тут. Люди на что-то подписывают. Марианская впадина. А, я ж опять сюда же пришла, на первый этаж. Тю. Опять сюда же. Так, вот здесь я завтра буду заказывать круизы свои новые. Сейчас нет. Сейчас мне не до этого. Мне надо сейчас хорошо выспаться, отдохнуть. Ну, у меня еще будет 20 дней, собственно. Чем мне торопиться? Надо будет купить себе интернет, потому что я буду 5. It's a beautiful ship. Уже 8:30. Какая красота. Боже, какой необыкновенный корабль. Я никак не могу перестать восхищаться. Это просто совершенно что-то абсолютно новое. Ага, бассейн. Угу. Вот на том корабле, вот тут вот, где был бассейн, тут стояли навесики. И тут можно было курить. Здесь этого нет. Чтобы покурить, надо подняться вот туда выше, к тому телевизору. Ага, сейчас я посмотрю. Тут что-то совершенно новое. Там что-то внутри прямо. Хоть бы не свалиться мне вниз. Там что-то крутится, вода стекает. Карусель. Водная карусель. Там дельфины целуются. Ой, как хорошо. Боже, как же хорошо здесь. Детские водные аттракционы здесь. Такой бассейнчик. Все для людей. Вау, какая красота. Я не верю, что я в этом чуде. Уже сколько было круизов, но таких еще не было. Такого круизного супа еще не было у меня. Вот они, горки водные. Завтра пойду покатаюсь. Вау. Шла, они мне уже кровать делали. Видимо, не знаю, но она была вроде застелена. Открываем мой балкончик. Открываем мой балкончик. Ну. О, бляха-муха. Как же его открыть? Не могу сама открыть балконную дверь. Надо кого-то попросить. Странное дело. Я сегодня открывала. Интересно. Надо было пипочку вот эту вот открыть. Вот она защелкивается. Ой, как хорошо. Хоть ножки немножко похолодю свои. Это мы уже собираемся отходить. Да, уже 9 часов. Ну что, поехали? Поехали. Поехали, поехали, поехали. Какая у меня шикарная каюта. Открываю мою царскую постель. Мы уже поехали. И буду спать с открытым балконом и слушать шум воды. Боже, какая красота. Мечта. Это просто мечта.